Расскажи, Полин, откуда ты пришла? Сегодня третий день, как я хожу на практику, на танцы в своем-то 9 классе. Вот. Сегодня были дети, сколько? 4-5 лет или 5-6. Вот. Они тоже очень маленькие, но постарше тех, которые были вчера. Вчера вообще меня стеснялись, со мной говорили. Вот, а сегодня что-то спрашивали, что-то там, как меня зовут, как их зовут, сами подходили, мне говорили. Девочка одна, она такая хорошенькая вообще, она такая маленькая, ну, она ниже всех ростом, вот, но она такая классная вообще. Она подходила ко мне, ну, больше всех, в общем, контактировала со мной, показала, что у нее на бутылочке там Эльза, Олаф, Анна, спросила, знаю ли я, как их зовут. Сказала свое имя, вот, потом сказала, что у меня, ну, типа, коса красивая, волосы, вот. Что я еще 3 раза подбежала, меня обняла, вот. Другая девочка спросила, как я учу немецкий, ну, то есть, у меня лучше уже немецкий или нет, я сказала, ну, я учу, вот. Ну, и толком вроде ничего, 45 минут, что вы хотели от 45 минут, скажите мне, пожалуйста. А еще у меня до сих пор голос, ну, вот этот вот, больной. Понятно, а как девочку зовут? Она ты лишь подошла к тебе и сказала. Это нечестный вопрос, это нельзя. Ну, забыла? Ну, немного, чуть-чуть. Сколько лет детям? 4-5 или 5-6. Понятно. Ну, тебе понравилось? Ну да, прикольно. Да, прикольно. Это лучше, чем я. Ну, мне было просто неинтересно пиццу там разносить или еще подобное что-то. В детском саду тоже дети, как бы были бы мне родители, сказали, но это, ну, не то просто. Ясно. Вот. Все, интервью окончено? Угу. Едем домой? Да. Спать? Играть в клуб романтики. Шутка.